Сегодня мы подведем итоги за прошедший год. Мы сегодня запланируем мероприятие на ближайший год-два. И самое главное, что мы сделаем, у нас в следующем году состоится 15-й съезд Федерации шахмат России. Мы сегодня определим делегата и направим его на этот съезд, что представлял Федерацию шахмат Красноярского края как от региональной федерации. В целом мы поговорим о текущих мероприятиях, рассмотрим, что получилось, что не получилось, найдем какие-то компромиссные решения, услышим разные подходы в решениях. Я думаю, будет в целом позитивное мероприятие. Вот это собрание в конце года, она как раз и будет тем ключевым, которым мы можем подвести итоги за 2021 год, сложный 2021 год.